Приветствуем всех на нашем канале. Представляем вашему вниманию модель радиоуправляемого дрона-мотоцикла 2 в 1. Данная модель представлена в двух цветах – красном и синем. Работает в двух режимах – в наземном как мотоцикл и в режиме полета как радиоуправляемый дрон. Изготовлен из пластика, длина дрона 13 см. Аккумулятор емкостью 280 мАч. Имеется светодиодная подсветка, управление осуществляется с помощью пульта. В комплекте имеется кабель зарядки для аккумулятора, время полной зарядки около часа. 4 запасные лопасти с маркировкой по одной штуке на каждую сторону. При замене обращайте внимание на маркировку, так как при неправильной установке лопастей дрон не взлетит. В инструкции указано, какой стороне соответствует какая лопасть. Перед полетом необходимо также выполнить калибровку. Все схемы есть в инструкции. Пульт работает от 3 мини-пальчиковых батареек, в комплект они не входят, их нужно покупать отдельно. Радиус действия пульта около 50 метров, максимальная скорость до 15 км в час. Основные функции в режиме мотоцикла – это движение вперед-назад, повороты вправо и влево. Функции в режиме дрона – это взлет и посадка одной кнопкой, 3D-перевороты в воздухе, а также регулировка скорости в обоих режимах. Вес игрушки около 30 грамм, что обеспечивает высокую приемистость и легкость в управлении. Рекомендованный возраст использования от 8 лет. На этом наш обзор подходит к концу. Спасибо за внимание. До новых встреч!